Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в драконы в всадники Олуха. 300 миллионов древесины дает нам колодец. Так, Громельку отправим на поиски. Тут я вижу шлемак у нас. Ну что, сегодня у нас должно, ребята, быть новое событие, которое, соответственно, мы начнем проходить. Так, Кривоклык, что ты нам дашь? Тусклый янтарь. А по итогу? А по итогу нам достаются руны. Вот так вот, 7 рун. Замечательно, я, наверное, его сразу же отправлю в очередное приключение. Громгильда. Так, 2 шестеренки. Ну, допустим. СА, что это такое? СА. Интересно. Так, надо нам этого паренька, наверное, я думаю, отправить. Да? Без зубика. Он мне, кстати, принес 3 копья, ребята. Поэтому остается всего лишь одно копье нам найти. И будет нам счастье. Все, полетел. Естественно, бесплатно. Так, смотрим, что здесь у нас на корабле. А на корабле мы можем только вот эти вот топорики купить. Там, не знаю, зачем они нам нужны. Так, ну что, Ветрокрыл у нас получил 109 уровень. Чуть-чуть не хватает, да, чтобы его прокачать. Ладно. Ты за рыбой. Ой, за древесиной, ты тоже за древесиной. Так, соточка, ребята. Железо прибыло. Теперь вопрос. Соточка железа прибыла. А для чего мы... Мы ведь что-то хотели. Мы что-то хотели. Так, древесина у нас фул. Погоди-ка секундочку. Мы хотели кого-то прокачать. Вот он, да? 540. Так точно. Ну что, где у нас там парнишка, который за древесину готов искать? Хм. Так, я помню, что это должен быть, по-моему, громобой, да? Или я что-то путаю? Или же это у нас... Нет, ну тут всего 33 штуки. А, вот он. Ну что, отправляем его дальше, ребята, на поиски. Пускай летит, пускай собирает. А мы забираем дальше древесину. Так, ты вперед. Ты рыбу мне принес, тоже иди. Ищи. Так, сейчас здесь заберем. Так и так. А этот почему у меня прохлаждается, а? Так, секундочку, мне нужно поднять уровень же. Вот ему 972, ты шутишь, блин, да что же вы делаете-то, а? 972 железа, это считает, ну, 1000, ребята. Офигеть. Ладно, лети пока собирай, я не знаю, что мне с тобой делать. Да. С каждым разом просто все больше и больше и больше требует от меня ресурсов. Жуткие... Чего? Зашибись, еще какие-то обрывы связи. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут. Шторморез, древоруб, стальной проныра. Что еще за стальной проныра? Так, Буйволорд, не засиживайся, а лети. Так, здесь у нас янтарь блестящий уже созрел, а новый? Можно, можно поставить и новый. Вроде бы как и все. Давай этих прошмонаем. Давай, давай, ты не рычи, иди там, делай поиски. Гнездо, тоже тусклый янтарь. Вперед. Так, на рынок. Давай смотреть. Задание. Раз. Два. Три. Четыре. И последнее, пятое. Опа, и наградушка. А наградушка у нас что там? Пак. Содержит элитных. Ну, ерунда, короче, не пак. Шторморез, Костолом, Ужасное чудовище, Громель и Злобный змеевик.
плюс кривоклык. И 250 кряк. Лучше бы мне, конечно, дали бы 30 рун. Ну что, давайте теперь откроем паки. Монета Удина. Загадочный набор. Так, и рекламный остается у нас. Давай-ка мы его тоже получим. Так, монеты Удины. Громыль, Шторморез, Барс и Вепрь. Ну что, получается, пока все, да? Пока все, значит, пойдем дальше на события. Так, здесь заберем. Окей. Так, событие. Ну-ка, где оно? Вот оно, ребята. Готовьте сани летом. Происшествие. Погоди-ка. А ведь должно быть другое, по-моему. Какие сани? Там, по-моему, должен быть захват захватчиков, если не ошибаюсь. Ладно, сани так сани. Блин, награда какая-то фуфловенькая, если честно. Посмотри. Светлый янтарь. Ну и зачем? Ладно, ребят, зато здесь редкий пак. Потом 1400 янтаря тусклого. Немножечко что-нибудь, да, получим. Ну что, это у нас костолом, собственно, персоны. Один. Волны будет у нас две штуки. И это у нас идет страж. Причем довольно такой плотненький страж, которого, смотрю, ребят, не так легко пробить. Ёк-макарёк, а чё он такой жесткий-то? Ты гляди. Фиг пробьешь его. Ну да, фиг пробьешь, называется. Готовь сани летом. Сейчас мы тебе приготовим такие сани. А здесь у нас водорез. И я смотрю по его хп, он тоже, ребят, по-моему, да, довольно такой крепенький. Не настолько, конечно, крепкий, как страж, как ты понимаешь, да? Но все равно, ребят, неприятно как-то его бомбить, зная, что ХП мы будем отнимать у него очень мало. Еще вытворяет. Ну что, добиваем его. А вот и колесо. И дают нам с тобой 37 миллионов рыбы. Самая маленькая награда, которую могли только дать. Но зато мы забираем загадочный пак. Он сразу же автоматически летит нам в корзину. Ну или на почту. Так, получается, сейчас будет чисто два поединка ради того, чтобы получить 1400 тусклого янтаря. И причем я заказал уже себе янтарь, поэтому эта партия янтаря у нас будет лежать пока мертвым грузом. До тех пор, пока уже мы не сможем... Ну, пока не заберем светлый янтарь и не зарядим следующую партию. Ну-ка, давай-ка... Чего ж вы такие крепкие-то, а? Шпана. Блин, ну еще... Ну, я так и думал. Так, а тут тоже две волны. Вот что я хочу сказать. Может быть, хильнуться нам? Наверное, надо залечить раны. Да, когда на нем дебафа нет, ребята, очень как-то неприятно наблюдать за этой картиной. Ага, шепот. Сородич шепота смерти. Сделаем так, сделаем дебаф. Уклонение сработало шикарно. Так, сейчас мы, наверное, хильнемся. Сделаем себе отхил. Еще он в ответку шпарит. Фаербол раздает налево и направо. Ну что, до свидания. Еще одно колесо, и здесь нам выпадает... Давай плод мудрости. Вот, спасибо. Это, кстати, первый плод мудрости, который нам выпал за долгое время. Так, поехали. У нас получается раз... Ага, мы 100 рун заберем с тобой. Ну, 100 рун, как говорится, нам не помешает. А вот это уже истинный шепот смерти, я смотрю. Да? Окей, голодранец. Так, а он, по-моему, ватный. Или мне пока... Нет, ватный, ребята, действительно, у него очень мало хп. Так что мы его распишем сейчас только шорох. Давай второго.
Так, а тут, блин. А тут два костолома. Не очень, конечно, хорошая ситуация. Ладно, фиг с ним. Бамс. И это сейчас сюда же, да, тоже? Естественно. Вдвоем на одного. Молодцы. Хорошо устроились. Так, ну что, одного минусуем. Четко. Так, а вот это, наверное, будет сейчас разбег делать. Или что он там, огнем жарит? Нет, у него разбег. Ну, так как это последняя волна, поэтому я свой сильно не переживаю. Барсика он в любом случае не сможет завалить. А он, видимо, и не хочет, как я посмотрю. Тогда до свидания. И что же ты нам дашь? Рыбы, да? Окей, пускай будет. Пожарим потом как-нибудь на досуге. Ну и вот мы забираем 1400 тусклого янтаря. У меня две энергии. Как раз у нас будет вот здесь поединок. И с мини-боссиком, после которого забираем 100 рун. Ну что ж, неплохо. Погнали. И это у нас Хоферсон, собственной персоной. Но три волны уже, друзья. Вот оно что. Три волны, это не очень мне нравится. Так, и добиваем. Два... Нет, один пятиголовый. И ужасное чудовище. Ну, или подкласс ужасного чудовища, можно так назвать. Он же из их разряда. Конечно, из их. Та же самая дурацкая манера бомбить. Вернемся, наверное. Правда, здесь у меня пониженная броня. И он, конечно же, блин, начинает, ребята, бомбить. Неугомонный. Так, кревет и шторморез. Я лично начну с кревета, пожалуй. Так, этот бьет кривоклыка. А этот кого будет бомбить у меня? Барсика. Ай, зря ты это, парень, конечно, затеял. Бомбить мне Барсика. Это сплошное, ребят, самоубийство. Ну что, пробьем? Отлично. Древесина. Причем не так уж много. Ну что, давай глянем, какой у нас здесь будет мини-босс. Да, друзья, скоро зима, и глазом не успеешь моргнуть, да, как очень быстро закончилось лето. Я сам в шоке. Я сам, ребята, в шоке. А у нас еще, знаете что, у нас еще сокращение идет на работе. И есть вероятность туда попасть. Ребята, а вот если сократят, я уже не знаю, чем тогда и заниматься, что делать. У нас не так уж много в городе работы, если честно. Так что довольно такая критическая ситуация на самом-то деле. Так, ну что у нас тут? Ага. Ну понятно, что, ну, что же ты мог еще сделать? Конечно же, пшикнуть в моего Барсика своим пламенем и заодно усилиться. Так, а этот промахивается, водорез. Поделом ему. И добиваем. Третья волна. Упс. Так, слушай, я, наверное, знаю, что буду делать. Я сделаю вот сюда слепоту. Пускай нам помогает по чуть-чуть бомбить ветрокрыло. Я понимаю, конечно, это не самый такой лучший вариант. Но все-таки, пускай бомбит его. Следующая слепота у нас будет падать уже на ветрокрыло. Блин, а вдруг он будет делать разбег? Я вот не знаю, как здесь. Не, лучше я так сделаю. Если он даже будет делать разбег, это ничего страшного.
Как же нам повезло. Вот, видишь? Вот он. А ведь он мог сделать разбег, ребята, и тогда нам было бы плохенько. Ну, а таким образом, естественно, мы его уничтожим. Прыгает тут еще что-то мне, а? Выпендривается. На, кривоклык, добей его. Загадочный пак выпадает. Ну что ж, неплохо. Плюс, ко всему прочему, мы забираем 100 рун. Итого у нас становится 6800. Ну, почти 6900. Все, ребята, энергия закончилась. Здесь у нас два пака загадочных. Шторморез, Громель, Шипорез. Так, подожди, как кто-то там... Громоножка, конечно же. Прям соскучился. Получите 200 монет Одина. Конечно, я тебя размещать буду в ангаре. Отправить. Так, а ты-то у меня что, будешь? Да ладно, сразу, ребята. С третьей попытки, наконец, он перешел в титаны. Он улучшился. Роза ветров наша. Иди, тренируйся. Иди тоже тренируйся. Так, а у нас еще где-то здесь же. Твой Андрей, я уже запамятовал, где они там у нас. Одинокие-то наши бойцы, где? Вот. Так, рогобой. Я его называл громобой. А это рогобой. Эть, расширите кабинет. Так быстро заканчивается у нас место в этой академии. Опа, соточку. Еще награду получим. Там, по-моему, коряшки, если не ошибаюсь, да? Слушай, ребята, мы можем еще открыть один пак. Итак, барабанная дробь, и нифига нам не выпадает. Янтарь. Нашли что дать, а? Какой-то янтарь. Светлый. Крылатый ужас, древоруб, водорез. Вот и все, да, получается? Что я хотел сделать? Я, по-моему, уже сделал. Все у нас тут так. Ты что тут кривляешься? Давай за древесиной лети. Так, водорез тоже пускай летит. И ты тоже лети за древесиной. Так, паки еще пока есть. Это уже, наверное, в следующей серии надо будет, друзья, набивать их. Обязательно, да, паки? Пускай вот так вот летит. Принцесса огнеедов. Ай-яй-яй, эти-то у меня тут тоже просто так сидят. Так, вернем мы, наверное, этого. Пускай идет сюда. А вот этих вот надо, наоборот, отправлять. Так, этот древесин. Ну, этот пускай, правильно. Он древесины много нам приносит, так что... Пускай там елозит. А вот здесь вот... Это вот смешно, ребят. На самом деле. Пускай лучше он посидит дома. Лучше я вот этого отправлю. Ну, вроде бы как и все. Кто-то мне сказал, возьми Рэй и открой за 200. За 290. Вот это, я так понимаю, да? Или, ну да, наверное, вот это вот хотят, чтобы я открыл. Бронекрыл редкий. А что здесь у нас? Ну-ка, я их посмотрю. Ну, друзья, не знаю. Вы сказали, что там руны. Может быть, вот это вы имели в виду? Нет, тут только сокровища.
Освобожденный крушегруз. Нифига себе. Освобожденный. Эксклюзивный. Да. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, мы сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.